И рыбу потом сразу положишь рыбу. Сейчас выпьем, сразу рыбу кладешь. Красную, чтобы ее было видно, как. О, о, смотри, как красиво горит. Чем горит-то великолепно, видишь? Чё там, какие проблемы? Надо давай. Сухой можжевельник. Пьем коньяк, потом рыбу. Начинаем жарить. За красную очаг, рыбу. За очаг. Да, давайте. А это закусить яблочко дашь мне, да? Культурненько. Рыбку давай, прямо ее укладывай. Сковородочку подготовить. Масло надо туда, масло еще. Ой-ой-ой. А рыбу-то будешь ее в этой в муке-то? Ну, Тима, не взяли. Добавить, а? Мы же ее не взяли. А, не взяли, всегда будет. Ну, ладно. Рыбку клади. Это за дыма не видно же, куда класть рыбу. Зато красиво. Да, мы прогреемся. На палочке какой-то ты помешал. Ну, красиво зато. Ну вот. О. Ну, будем за ней следить, сейчас уже не уйдем. За рыбой. Ну, у нас же еще овощи есть там тушеные, да? Не уйдем, думаешь? Чем-то надо маслице разравнять. Пойдет. Вот у нас уже. Ну давайте рыбку. Маслице красиво ее кипит. Вот, 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 смотри, как красиво. Так, ты ее, чтобы она была видна там. А, смотри, я пойду, я наеду сейчас на сковородку.